Для всех любителей экспериментировать на кухне хочу показать очень простую, но при этом оригинальную и свежую идею, как приготовить крабовый салат королевский с апельсином. Заинтригованы уже? Классический салат с крабовыми палочками дополняют свежим огурчиком, рисом, разной зеленью. Я же предлагаю пойти чуть дальше и добавить пикантную сладкую нотку. Этот чудесный вариант не только на каждый день, но и на праздничный, в том числе новогодний, стол. Если вам нравится идея, обязательно повторите рецепт на своей кухне. Крабовые палочки, 250 грамм. Кукуруза консервированная, 250 грамм. Яйцо, 3-5 штук. Апельсин, 1 штука. Соль, зелень, майонез, по вкусу. Количество порций, 6, 8, 1. Первым делом отправьте вариться яйца, минут 10 после закипания. 2. Крабовые палочки очистите и нарежьте кубиками. 3. Отправьте в глубокий салатник. 4. Добавьте кукурузу, предварительно слив жидкость. 5. Яйца остудите, очистите, измельчите. 6. Очистите апельсин, удалите пленки, нарежьте кубиками. 7. И добавьте в салатник. 8. Аккуратно все перемешайте, добавьте майонез по вкусу и по желанию соль. 9. Подавать королевский салат можно в апельсинах, украсив свежей зеленью. Приятного аппетита!